Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваучер. Сегодня я записываю ролик по игре Stand Up 2, я решил вернуться, да. Сегодня я не один, с другом, поздоровайся. Всем привет. Вот, мы по Дискорду. Ребята, если справа какая-то иконочка будет, не обращайте... Спасибо. Не обращайте внимания. Вот. Мы вообще недавно скачали Stand Up, то есть мы только вернулись. Как бы мы играть не умеем. Ну, он умеет, я не умею. Я тоже не умею. Ага, конечно. Как он лучше? Он лучше меня играет каждую катку. Видите, ребят, видите, какой он убло. Вот видите? Видите? Вот так вот. Осуждаю! Ой, осуждаю чатик. Осуждаем, ребят, такое-то. Это лишнее. Мид ходят. Да пофигу. Ребят, все. Я записываю через обычную запись экрана, через встроенную. Поэтому, как бы, тут может быть качество плохим, или может какие-то фризы могут быть. Я хочу нож. Нож хочешь? Тогда сайт GG Stand Up для тебя. Ведь именно на этом сайте ты найдешь огромное количество кейсов. Кстати, на GG Stand Up недавно вышло новое обновление Hogwarts Holidays с кейсами из фильма Гарри Поттер. Если смотрели этот фильм, прижмите лайк. Также тут присутствуют кейсы ваших любимых блогеров по игре Stand Up 2. Так что советую вам этот сайт, ну а мы приступаем к просмотру видеоролика. Из-за этого, как бы... А, и с нового телефона я вернулся, ребят. Redmi Note 5. Вот. Ой, хорош. Я говорю, Team Solo сейчас. Я так и назову видеоролик, наверное. Так. Да какой MP7? Стой! Пушки в голову. Да. И причем патроном одним, потом в следующий раз случайно стрелял. Ну так-то это вантап считается. Ну как бы 50 на 50. Ну сейчас напишут. Жалкие. Ну, да, ну да, конечно. Конечно жалкие. Мне так жалко. Почему мы бронзы? У меня вопрос, когда у меня сильвер, ну почти голд, ребят. Я как бы открыли бронзу. У меня здание вообще. У него нету. У него три катки, кстати, вот скоро чуть-чуть. Так, считай есть? Туда ты. Не видел? Не видел. Тогда я хаеву так закину всякий. А, есть. Смог вот сюда. Походу мид кто-то обходит, мне кажется. Еще, ребята, я без звука почти играю, как бы я без наушников, а это очень плохо. Сами знаете, наверное, то, что в стендофе без звуков нельзя. Пора. Смотрите, ребят, сейчас этот кибермов. Подапами где-то. Подапами? Кибермов, ребят. Ну, пора выпустить своего демона. Посмотрите, смотрите. Блин. Я не могу противника найти. Пора. Он снизу, да? Снизу. Ой, я ему прострелом дал. Да. Видели, ребят, какие кибермувы даю? Я еще убил его, я в шоке. Я просто специально так стрелял. Ну, типа, думал, не попаду. Пока ты тащишь. 3-0, ребят, 3-0. В смысле, я тащу. А, да забей, это просто мне везет. Да, ну как я... Пам-пам-пам-пам. Как меня ослепил у него вопрос. Хаешка прям в лицо залетела. А! Да что, как против них играть, этих ботов? Жалкие, как они говорят. Ой, хорош. Хорош. Смотрите, ребят, какой калаш. Это, кстати, мой, я ему подарил. Чего? Да, это... Подыграй. Да ладно, я шучу, ребят. Это его калаш, но если бы не я, он бы его не выбил. Не получил бы. Флешку кидаю. И ты тоже. Так. Хае залетает им. А, они не пацан случайно там? Пацан? Да, где-то у пацана был. Да. Тихо, вдвоем не пикаемся. Хорош. Второму маленькому закину, чтобы не прошел. А я запленчу.
Так, давай, заканчивайся, молик. Он, походу, идет уже. Где-то тут. Хорош. Ну вот, я про что говорил, мне тиммейт просто соло. Ребят, забейте. А где ты? А? Так. Еще, ребята, я хочу вернуть, кстати, в старый формат видеороликов, потому что, ну, как бы, охота поностальгировать немножко, как бы, это. А мы вчера уже пытались заснять два ролика, да? Ой, ну, ты две демки. Но, ребят, ну, вы лучше бы этого не видели. Там это фрагменты стоишь. Да. Блин, я ни разу не попал. Блин, со звуками, ребят, было бы намного лучше нам, но мы без звуков оба. Походу, выпрыгнул. А, нет, да? Да что, за тайминг! Ребят, вы не судите строго, но мы пока тащим, конечно. Но, типа, судите строго. Да, тьфу-тьфу-тьфу. Строго не судите, потому что я уже говорил. Так. Ну да, мы боты, да, ладно, что дальше? Да. Ну такое чуть есть. Так и есть, в принципе. Не, чуть-чуть такое есть. А, чуть-чуть. Чуть-чуть. Под пунктом где-то ходит. А, хае закину. Ты тоже? Смог сюда. У меня есть. Под апами. Ай! У меня лагает, нет! А что? Почему лагает? Что случилось? Я на него упал, случайно прыгал. Стоп, у меня 10 FPS, отвечаю. У меня 10 FPS! Так, где он не пойдет? Походу, ребят, первая демочка будет вот такой вот, немного с лагами. Но вторую демочку я обязательно запишу уже с приложухи. Потому что, ну, через это невозможно записывать, отвечаю. А ну вообще фигня. Еще, возможно, водяной знак будет справа, ребят. Вы не обращайте внимания, я сказал в начале ролика. Потому что я, ну, я не шарю, типа, вроде не должно быть, по идее. Так, я чекаю подсад мид. Вроде нету. Я слышу лапы, мне показалось. Ну, я так, со звуками, но совсем чуть-чуть, ребят. То есть вообще не слышу. Под апами прошел. В апах есть. Ай, спина, черт! Спина. А, еще и зажали за сторону. Так, ща, ребят, сейчас. Норм все. Начали вывозить потихоньку и начали писать чат. Теперь мы крысим, ну конечно. Мы же всю катку, мы по идее же не крысили почти. Ну, ладно, чуть-чуть было. Каких пор пуш? Это крыс, типа, мы же пушили все время. А для чего мид, типа, сделан? Уже через бит нельзя, ну, ходить? Допустим. У меня второй. Ай-яй-яй, я 12 хп. Убил. Красава. Асвал в рот. Осуждаю, ребят. Осуждаю. Какие вы, это... идиоты. Хорошие люди. Осуждаю! Слова не прочитаешь. Так, слепо. Я осуждаю такое, ребят. Это что за фигня? Так не пойдет. Хаешку. На всякий случай. Да, ребят, я сильвер. А что? Двойка сзади, спина. Со спасом немощь. Отвечаю, ребят, не играйте со спасом. СМ фабом еще терпимо, но спас это для немощей. Те, кто не умеет играть, чисто чтобы так, как бы это, себя показать, играют со спасом. Блин. Не лаги, ребята, рай демка не будет такой. Я же тут две демки вставлю в ролик. Что? Я даже в магазин зайти не могу. Ребят, сори. А я мид чек сделал. Иди помните. Он лидроп. А вы чё? Денег не было. Они типа лучше? Нет. Один был? Ну да. Второго не видно. Второй там.
На спавне все одни. Тихо. Нет. Что? Как у меня чувство фигня? Мне бесит, ребят. Мы бы уже затащили эту катку, если бы не мои лаги и не... Если бы мы были со звуками, точнее. Погнали, я миг чекать, а ты это... Давай, иди туда. А я тут. Я дробь специально беру, потому что их бесит, когда с дробышем играют. А у тебя есть двое. Я набегу, скину, бегу. Одну хп мне хаешку ставил. Да блин, ребята, супер точный, забейте. Ну, если одним ХВ у меня было бы меньше шансов. Хорош. Сейчас начну писать. О, дробь. Осуждаем. Да весь ролик осуждаю. Ну, реально, так не говори, так нельзя говорить. Завидует просто. Блин. Ну, СМ взял, обиделся. Так, я раздамажил его. Один у меня... Еле как убил его, ну, топчик. Лапах. Кушат. Хорош. Вот такая, ребят, каточка первая против агры. Как бы вот так вот. Сейчас посмотрим, сколько плюсов дадут. Ты каточки. Не ушел. Я в КД даже не ушел. Забейте, ребят. Ну, ты... Две катки осталось. Вообще, мне было бы ладно. Плюс 17. Неплохо, скоро голд. Ну как скоро? Так-то не скоро. Мне не хватало 10 ММР, ребят. Буквально на днях. Ладно, ребят, погнали ко второй демочке. Ребят, вот и вторая демочка. Но нам кажется, ребят, то, что это жесть полная. Что-то с FPS-ом опять же не то, хотя я записываю через другое приложение, ребят. То есть, ну, у меня там и приложение было встроено. Хотя что-то опять не то. Что это? Почему? Вопрос. Одного надамажил. Ага, понял, двое плент иду. И, ребят, мы сейчас по размике посмотрели, ну и по аккаунтам. Так-то вообще жестко. И они могут нас вынести. Мы даже хотели передумать вот эту катку записывать, а то опозоримся. Минус 58. Флешечка. Ну, вдвоём пацаны должны быть. Угу. О. Найс. Что? Что? Как он прошёл? А как он? Вот у меня вопрос, как он пробежал, реально. Ну, ребят, без звуков не совсем имбово. Я как бы... Ну, ладно, все. Ну, вы поняли, короче, то, что без звуков фигня. Я сам 40. Я сам по 5. Ребят, если, наверное, сильная катка, я все равно пофигу. Мы надеемся... Главное, тут не опозориться. Киллы делать. Ты сказал, конечно. Ладно, не позориться. Вот это тайминг. Это самая хаешка. Ты меня научил, кстати. Да. Не понял? Что за фича? Реально. Найс. Я говорю, лучше не опозориться, не надо позориться, как бы. Давай, первую катку я тащил, давай теперь ты, все. Да. Я налегке буду. Ну, нет, не надо. Эта катка идет в Ютуб, не надо. Налегке, не налегке. Вдруг я миллиард просмотров наберу. Ой. Меня пингануло, из-за этого я не успел отвернуться от флешки. Убил. Блин, лаги, ребят, лаги прям жесткие на видосе. Меня это подбешивает. Ну, это я, короче, у меня память, походу, засорена, я так понимаю. Надо что-то удалить.
У меня есть игры, которые я не играю. Надо бы тут делить. Вот. Так, флешечка. Ужасный. Хаешечка. Я смог сюда. Это я специально, чтобы тебя засейвить. Ну, ты не понимаешь просто. Ну-ну. Ой, паф. Убил одного. Второго тоже. Ну, найс, найс. Хорошо. 7-0-1 и достаточно, короче. Тайминг. Надо хотя бы там пчела 2 сделать. Да не, можешь расслабиться. Нет, я пошутил, не надо. У меня есть, походу, один. Да. Он идет тебе спину. А. Ну, кстати, смолик хорошо. На бомбу. Чё делаешь? Слишком на смок улетел. А я его хотел в план кинуть. Так, блин, хорош! Я позарился. Вот, 2 килла сделал, дальше ты давай. Странно играешь. Типа, подозрение на читы, да? А кому? А, он кому реально? Я думал, он тебе или мне. Не, все-таки, ребят, лучше записывать через встроенное. Тут что-то как-то постоянно фризы. Ну. Вот и все. 5-1. Не чувствуем, ребят. Не чувствуем. 5 калашек. А че, ну-ка, я же их не чекнул сам лично. Не чекал. Как и я, в принципе. Ну ладно, базар. Раунд. Как вторая демочка вот это будет называться? Мне же надо будет в начале ролика как бы называть. И как эту назвать? Типа... Лол? Флешечка сюда. Кто мне там написал? Спину чекни. А, мне друг написал. Ну, подписчик написал, короче. Будем записывать, а я с тобой. Чекни. А? Спину чекни. На бомбу тогда, а то я сольюсь еще. Да я тоже, знаешь, не киберспортсмен. Ну уж лучше ты поближе к пленту сольешь, чем я у себя на базе. Почти. Или вообще на миду. Да, десятник. Нам что делать надо? Надо время. Пушить. Единственный вариант. Давай с двух сторон сжать. Че, я пушу? Да. Все, 1, 2, 3, давай. Ему они там, они встали оба, минус 2-4 одному дал. Они просто... Твари. Ну ладно, нормально. Друг другу сидели. Пойдет. Да, на демочку, по идее же. Должно все пойти. Комбиак? Что за чё? Комбиак? Комбиак? Камбэк, что ли? Какой камбэк? Они 2 раунда взяли. Не, ну слушай, у нас было такое, напомню. Да. Двое у меня. Ага, вижу. Фига он киберспортсмен. Да, я тоже не лучше. ДС? Да, ДС у нас. Но мы сейчас ничего не говорили. Ну да, мы ДС. Флешечку сюда. Что? А, спасибо. Это не я, ты чё? Я её вверх вообще кинул. И отвернулся сам. А, плент идёт. Плент. Я отсюда пойду.
А, план. Минус один. Хорош. Ай-яй-яй, минус 45. Смотри, киберспорт. Слушай, ты киберспортсмен. Да блин! Блин! Тайминги! Ребят, забейте, я нуб. Не смотрите этот момент, можете пролистнуть. Это смотрите, я обязательно было. Давай ты аплант, я мид пойду. Вот пойду на бэплант. Можно и на Б сходить. А на углу у меня 9 хп. А, еще оттуда, да, пойди, наверное. А, ну я пачку слил. Эмочка. Что? А! Бай, спасибо! Ладно, тут бомба. А, на. А то у меня 9 хп. Лучше пусть у тебя будет. Да. Давай ты тут очекай. А то тяжело. А, ну все. Имба, ребят. Две катки, тим соло. Я так и назову. В смысле софт? Софт? Что? Ага. Да что? Что? Ребят, вы прикиньте, мы уже и софтами стали. С таким, с такой игрой батярской, каким образом мы софты. Мои читы только не пали. Тут вдруг банда дышит. Натуре. Он просто под зажим вышел. Может, это не мы софт, а они боты? Ну я бы убил его, ну зачем ты помешал мне? А что ты убишь? Ну ладно. Не, так-то он не соло, по идее. Я же тоже сделал что-то. Ну да, начало ты тащил. Вот, все хорошо. Ну, половину, да? Одна вот карточка. Так вот, ребят. Вот такие вот демочки получились. Плюс 30 ММР. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.